Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода The Game, и перед нами Резода Резодус Резодонт. В общем-то, это у нас рыбешечка, но будут у нас сейчас бои не подводные, а вполне себе динозаврячие. А это мы так смотрим, потому что мы будем сражаться за открытие именно этого существа, ребятки. Переходим тогда на нашу арену, и вот нас встречает вот такая вот штукенция. То есть давалось нам, по-моему, 4 дня практически, да, осталось еще почти 3 дня. Такая вот у нас рыбеха, и чтобы ее открыть, нужно неплохо так постараться. А вы знаете, в чем прикол? Когда вы выходите и заходите в игру, у вас меняются противники, ребята. Вот вам такой вот лайфхак, я только что его как бы заметил. Потому что перед этим у меня здесь была амфибия и два травоядных. То есть перед этим у меня был легкий поединок. А сейчас какая-то фигня. Кстати, ну вообще-то я не выходил из игры, я перелогинился в другой аккаунт. И, кстати, ну а что если сейчас, давайте мы попробуем с вами вот сейчас выйти и снова зайти. И заодно проверим, это работает, когда вы выходите из игры или когда вы меняете аккаунт. Например, ну выходите из Фейсбука. Сейчас проверим, как это на самом деле все. Чё, не? По-моему, зависло. Попытка номер два. Так, пошла загрузка игры. Сейчас заодно проверим эту штуку. Как она работает. Ну тут сейчас придется подождать, мне что-то на эмуляторе вот в последнее время. Вот игра вроде как загрузилась, не тупила. Так, а мы давайте-ка незамедлительно идем на арену. Противники не поменялись на этот раз. Хорошо, давайте сделаем вот так. Выйти. Зайти. Ну, короче, только что она сменилась, потому что вообще-то бой у меня был легким, скажем так. А теперь по-другому. Ну, давайте еще раз попробуем. Мне вот на вот этой картинке часто как бы висит Нокс. Вот когда Facebook, да, получается, когда Facebook заходишь, эта картинка висит долго. Игра вроде уже загрузилась по звукам, да? Но картинка эта еще висит. То есть тут придется сейчас пару секунд подождать. Так что, ребятки, а вы, в принципе, у себя на аккаунте проверьте, то есть выйдите из игры, может, надо подождать немножко, пару минут, там, минут 5-10. Ну, короче, это 100% изменить противников можно. Так что имейте, если вам вдруг попались какие-то противники, например, попались 3 амфибии, тогда, наверное, стоит заморочиться, потому что с амфибиями у нас же беда. Как бы у нас нету суперсильных амфибий и нету суперсильных летунов. Ну, именно еще, чтобы у них жизнь была какая-то. С амфибиями сражаться это полный трэш. Так что, ну вот, в этом случае стоит вот этой фигней воспользоваться. Так, ну давай, раздупляйся. Раз, два, три, четыре, пять. Не-не, игра не зависла на самом деле. Я это знаю. Я знаю это, что она не зависла. Ну, не поменялось, ну, странно как-то. Ну, значит, наверное, нужно какую-то паузу выждать, ребята. Но я вас, короче, предупредил, рассказал. Так что вы теперь это знаете. 6700 сила удара. Ну, тут как бы вообще без разницы, кого брать. Давайте вот так вот сделаем. Потом остапозавр. Ну и юдон, например. Блин, вот это сейчас мелкая дичь. Сейчас просто порвет моего пахигалозавра как тузик тряпку. Так, а что у меня тут с громкостью? Да вроде все нормально.
Так. Ну, я думаю, атаковать его не стоит. Представляете, сколько мне нужно ударов нанести? У него 21 тысяча у хищника, ребята. 21 тысяча жизни. Так, ну мы сейчас остапозавра, наверное, потеряем. Вообще-то я как-то так не посчитал, сколько у остальных жизней. 14 тысяч. Ну, короче, дофига, ну вы понимаете. Атака на 3. Это подло. Вот реально подло. Почему на 3? Это было подло. Раз, два, три пробил, 4 сверху и 3 в защиту. Опять же, если он нас атакует на все 4, то мы победим. А если не атакует... Да, он должен атаковать. У него очень сильный удар у конковинатора. Смотрите, какое соотношение. Он, конечно же, будет атаковать. А вот было бы у меня хотя бы на 1 балл меньше, то все. Ну, это мы так, отстрелялись. 10 тысяч жизней и 5 тысяч силы удара. Но монолофозавр у меня вообще поверх шок. 21 тысяча жизней у хищника! И при том с хорошей силой удара. Это же вам не пахи глазар был. Так, теперь у нас идет вот такая вот канитель. Давайте возьмем Гаргазуха. Он подменится на летуна. А там пойдет что-то вот такое, например. Опять же, 21 штука жизни. Это караул какой-то. Может, я даже как бы слабоватую команду взял. 19 тысяч, Диморфодон, чем тебя убивать, тварь ты такая. Надо было 40-го индораптора брать. А то нам тут могут навалять на раз-два. Ну 20 тысяч, ёшкин вы кот. У них вдвое больше жизни у всех. И удар вдвое больше. Так, ну я поставил 2 балла. Это позволит, конечно, мне выжить. Но вот это чудовище пробивать надо. Три 509. Давайте я все-таки лучше 1 балл потеряю. Я его сейчас пробивать не буду, потому что у меня слишком мало баллов. Смотрите, насколько больше церазинозавр. Он атакует по полной, и это, в общем-то, то, чего я хотел добиться. Это идеально получилось, потому что лучше я сохраню индораптора, у него все-таки больше жизни, и еще и накоплю баллы. Это нам дает больше шансов. 2 балла. Ну, думаю, 2 удара от унайзавра мы выдержим. 2 балла проатакуют. Ну, не на полную, но тем не менее. 1 балл у него остался. Нам нужно пробить всего лишь 3. И это легко. Блин, ну, ребята, вот это удары. Вот это, короче, противники у нас. Хищники больше 20 тысяч жизней. Ё-моё, и с ударом пятерочки. Ладно, травоядный там был. 24 тысячи жизней у меня. Терезинозавр, да, по-моему, был у меня самый жирный. Да и трицератус был жирный, короче. Ну, нам тут пока что реально дико везет. Дико везло. 20 тысяч у амфибии. 7 тысяч сила удара у сигнозавра. Слушай, чем как бы тебя там танковать? Ну, так ему подменяться особо смысла нет. У него очень сильные удары так и так.
Будет, если он не подменится, это будет жесть. То есть, если он меня сигнозавром убьет моего Юдона, это будет эпик фейл. Тут бы пахи-голозавр очень хорошо зашел. Но я его уже потратил. У него удар 7000. Мне реально нужно защищаться. Потому что он мне сейчас на 2 как лупанет. Так, ну ладно, хотя бы так. Опять же, он мне пробивает за один удар. Так, надеюсь, на 4. Ты атакуешь меня на 4. Я даю тебе установку. Молодец. Ну и он подменился. Все получилось так, как надо. У нас Сигназух идет теперь в конце. Он не идет вторым. Это круто. Раз, два, три. И 4 балла я переношу. Ну, теперь у нас шансы неплохие. Если он там читерить не будет как-то. 4. Он сменился, у него 3. Атакует на 2. Вот это было читерство с его стороны. Почему на 2? И нам неудобно теперь. Теперь Пирораптор против нас силен. Раз, два, три. И раз, два. Блин, 4 надо ставить, ребята. 4. Потому что если бы этот балл он один перенес, у него было бы 5, а он бы меня за 2 пробил бы. Если бы я поставил 3, а не 4. Ну, он попытается меня проатаковать, потому что они очень полагаются на свой суперсильный удар, который за 2 удара выносит всех и вся. Но я, короче, пробиваю и побеждаю. Это было, ребята, 3 высококлассных боя. С первой попытки, ребята, я все прошел. С первой попытки. Это, короче, это божественный уровень. Я прям сам радуюсь, не нарадуюсь. Так что всем любителям Jurassic World The Game обязательно поставить лайк. И можно даже сделать репост на свою страничку ВКонтакте. Это будет тоже круто. Потому что такие бои, ребята, самому было бы приятно где-нибудь посмотреть. Ух, прям вспотел. Но все получилось идеально. Лучше просто не придумаешь, ребятки. Вот так вот. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.